Да, да. Вас можно тебе сразу? Все идет нормально, все хорошо. Вас? Вас когда? Нет, не так. Нет, пойдем. Никаких одинаковых атрибутов, которые есть, присутствуют на обычной свадьбе, здесь нету, кроме как жених и невеста ставят свои подписи в соответствующих документах. Мне известно со слов родственников, что свадьба будет проходить то ли в кабинете начальника СИЗО, то ли в какой-то вот специальном помещении. А еще. Алене, это Лене передать. Вот это, смотрите, лучше передать. Где моря грозят крутой волной, где подолгу добрую ждем порой мы весь. Скажите, вы как рады? Да. Чтобы было легче в трудный час. Ребенка 15 минут для того, чтобы съездить в ЗАГС. Твоя всем! Что счастье есть. Нельзя. Счастья вам. Раз, два, три, четыре, пять. Мы желаем счастья вам. Счастья в этом мире большом. Как солнце по утрам. Пусть оно заходит дом. Мы желаем счастья вам. И оно должно быть таким. Когда ты счастлив сам, счастье поделись другим. Поздравляем! 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 Как Леонид? Леонид хорошо. Он стал бодрее. Бодрее? Бодрее. Ну еще бы на такой красавице женился. На крыше небо голубое, наше счастье жить одной судьбою. Ура! Счастье жить одной судьбою. Ра-р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 а